Земфира Цкаева обжаловала приговор четверым осужденным по делу Владимира Цкаева. Речь идет об Олеге Дзампаеве, Азамате Цукиеве, Владимире Валиеве и Ацамазе Датиеве. Ранее Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор. Азамат Цукиев и Олег Дзампаев получили по 3 года лишения свободы. Владимир Валиев и Ацамаз Датиев – 2,5 года. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.